С 2018 года любой житель Подмосковья может сообщить о таких нарушениях, как парковка на газонах и детских площадках, выброс мусора из автомобиля или блокирование проезда для мусоровоза. Делается это с помощью приложения «Народный инспектор», которое создано на базе мобильной платформы «Добродел». 5000 рублей за неправильную парковку у контейнеров и 3000, если автовладелец оставил свою машину на газоне или детской площадке. Чтобы наказать нерадивого водителя, от сознательного гражданина требуется только наличие смартфона. Например, автомобиль стоит, мешает вывозу мусора у контейнерной площадки. Делают фотографии, делают фотографии качественные, где видно номерные знаки. Соответственно, снимает ролик небольшой, что это действительно, ну, как бы препятствует вывозу мусора. Соответственно, данное обращение обрабатывается модератором. Далее материал поступает инспектору Главного управления содержания территории Подмосковья, который и выносит решение о наказании или ненаказании автовладельца. С начала запуска приложения «Народный инспектор» зафиксировано 50% снижение количества нарушений. Тем не менее, работа в этом направлении продолжается. Та статистика, которую мы ведем вот в нашем управлении, в администрации, да, здесь вот для примера, например, можно посмотреть. Это номер добродела, которым поступили, соответственно, и что здесь? Размещение что именно, ТС, да, на газоне либо зеленых насаждений. Выписали штраф. И общая статистика. Да, да, и общая статистика, да, здесь вот с января по август. И вот выписано 2058 обращений, значит, административное наказание получается 1131 и 927, ну, что-то недостаточно. О проблеме парковок, особенно в новых микрорайонах, в администрации округа знают и, в свою очередь, также прикладывают усилия для того, чтобы водители меньше нарушали. С начала года вот мы создали порядка 1000 парковочных мест дополнительно в таких густонаселенных. И еще порядка где-то 500-800 будет создано до конца года в этих ЖК. То есть альтернативу какую-то мы предоставляем. Не только штрафуем и пресекаем как-то, но и даем возможность жителям ставить свои автомобили. На сегодняшний день на портале «Добродел» зарегистрировано более 3 миллионов пользователей.